Большая часть суммы, 700 тысяч рублей, потрачена на строительство моста через реку Шия. Жители давно жаловались, что мост обветшал и требовал серьезного ремонта. У нас аварийный состояние мост через реку Шия на улице Ленина, которая идет дорога. Она была аварийной. Вот мы заранее туда запланировали сумму. В недавно отремонтированный Дом культуры купили новую мебель. По условиям гранта средства можно использовать для материально-технического обеспечения социальных и общественных объектов. Там требовалась замена мебели. 151 тысячу туда потратили, а на оставшуюся сумму сделали вот этот родник. Денег хватило и на благоустройство 7 родников на территории поселения. Теперь к источникам удобно спускаться и набирать чистую ключевую воду. Алсу Ахмедзянова, Кристина Штейнгаур, Фаиль Шайхутдинов. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».